Привет, это подборка классных товаров с AliExpress. А если ты хочешь получить $10 уже через час после просмотра этого ролика, то прямо сейчас жми на паузу или прочитай эту новость в сообществе канала. Модульный квадрокоптер, который состоит из кучи запчастей, но при всем при этом он собирается очень быстро и легко. Главная его особенность в том, что из него можно собрать не только дрона для полета в воздухе, ну а также можно собрать еще и что-то наподобие моторной лодки, которая с легкостью может ездить по воде. В общем, это классный дрон, потому что по цене одного товара вы получаете сразу два. А как вам такой светильник, который можно сделать из старого телефона? Как по мне, это отличная идея. И если вам тоже нравится, то советую подписаться на канал Вайди. На нем вы найдете еще много интересных видео и, если что, ссылочка в описании. Следующим представителем радиоуправляемых товаров является автомобиль Enzo Ferrari. Конечно, не настоящий, а лишь уменьшенная копия. И даже не копия, а конструкторная версия, но тем не менее, которая может полноценно ездить и которая вы сможете управлять. А главной ее особенностью является то, что эта машинка состоит из 1359 запчастей, которые вам предстоит собрать, прежде чем вы на ней прокатитесь. А для любителей поразвлекаться по-старому, на Али есть бумажные самолетики, но они весьма необычные. Этими самолетиками можно управлять, ну или хотя бы делать так, чтобы они парили по воздуху, как серф по волнам. И все это чудо делается при помощи картонки. В общем, интересная и развлекательная физика. Вот забавная настольная игра в виде головы крокодильчика, в которую можно поиграть как большой компанией, так и вдвоем со своим лучшим другом. Суть игры заключается в том, чтобы по очереди нажимать на зубы этого зверя, а проиграет тот, на ком закроется его пасть. Комбинация закрытия генерируется случайным образом, поэтому каждое нажатие может стать последним. Некоторые даже модернизируют эту игрушку, но это весьма страшное зрелище. Это вещь, которая пригодится тем, кто любит проводить свободное время за творчеством, а именно за рисованием. Особенно, если этот процесс у вас не очень хорошо получается. С таким, можно сказать, читерским приспособлением вы сможете срисовать с вашего гаджета практически любой рисунок и тем самым повысить свой скилл в этом нелегком деле. А как насчет того, чтобы поразвлекать своего четвероногого друга? Для него тоже найдется игрушка на AliExpress. Это креативный лазер для котенек в виде самого котеньки. Этот лазер примечателен тем, что с ним вам понадобится приложить минимум усилий, чтобы ваш котенька начал развлекаться. Достаточно лишь включить его, и затем можно наблюдать, как ваш питомец ловит этот неуловимый луч. Для тех же, кто любит погонять по бездорожью на управляемом авто, на Али тоже найдется интересный товарчик. Этот немаленький внедорожник отличается хорошей проходимостью по разного рода грунтам, отличной конструкцией и качественной сборкой, а также хорошей прочностью, благодаря которой он может пережить падение с больших высот. Вот, пожалуй, классная штуковина для обустройства практически любого праздника, ведь все же любят наблюдать за мыльными пузырями. Так вот, при помощи этого изобретения можно делать просто огромные мыльные пузыри и устраивать шоу, которое не оставит равнодушным практически никого. Из больших размеров переходим на размеры поменьше, даже я бы сказал на миниатюрные. Эта мини-пушка выглядит как какая-то игрушечка, но при этом это мини-версия полноценной пушки. И да, она может стрелять. И хотя снаряды у нее тоже мини, алюминиевую банку пробивает насквозь. Поэтому с этой малявкой нужно быть весьма осторожным. Еще одним представителем летающих товаров является такой вот небольшой складной дрон,
у которого есть очень интересная особенность. А именно то, что этим дроном можно управлять при помощи жестов руки. И это все работает благодаря перчатке, которая идет в комплекте с дроном и которую нужно надеть на руку, чтобы с ее помощью передавать команды квадрокоптеру. И если квадрокоптеры это дроны для покорения воздушного пространства, то следующий товар для покорения подводного. Этот подводный дрон был создан для того, чтобы запечатлевать подводные красоты без вашего погружения. Дрон оснащен 12-мегапиксельной камерой, которая может писать видео в 4К разрешении. Дрон управляется с помощью пульта, а через специальное приложение на смартфон вы можете видеть изображение с него в реальном времени. Следующая вещь, я думаю, понравится тем, кто любит музыку. А еще лучше, если вы любите ее создавать. Потому что это необычный музыкальный инструмент, который выглядит как что-то среднее между сковородкой и барабаном. Инструмент, кстати, ударный и звучит довольно-таки мелодично. А это, кстати, очередная копия китайского производства. Этот четвероногий робот очень уж похож на тот, который разрабатывают в Boston Dynamics. И этот чудо-робот, по заявлению производителей, был создан для того, чтобы превращать механическую энергию в электрическую. Интересный вид транспорта, который выполнен в виде двух платформ с роликами. Каждая платформа имеет электродвигатель, благодаря которому вы сможете передвигаться со скоростью 12 км в час. Проехать от одного заряда у вас получится где-то 45 минут. Заряжаются эти чудо-ролики 3 часа и выдерживают вес до 100 кг. В общем, неплохой вид транспорта, особенно если в вашем городе хорошие дороги. А для любителей многофункциональных вещей есть отличная настольная лампа, которая совмещает в себе неплохой функционал. Дополнительно она оснащена такими функциями, как радио и часы с будильником. А будильник как раз и является главной фишкой этой лампы. В его арсенале есть звуки природы, под которые вам будет приятнее вставать, а также свет, который может имитировать восход и заход солнца. Следующий товар пригодится тем, у кого есть то, что нужно спрятать от посторонних глаз. Этот сейф-книга справится с этой задачей на ура. Особенно если у вас большая домашняя библиотека, в которой трудно будет что-нибудь найти. Также есть модификации такого сейфа с прорезью, как у копилки. А для настоящих ценителей креативных вещей на AliExpress есть отличные зажигалки, которые выполнены в оригинальном стиле и имеют интересную конструкцию. Такие зажигалки заправляются бензином или керосином и зажигаются при нажатии всего лишь одного спускового механизма. В общем, в оригинальности этим зажигалкам точно не откажешь. Это вещь, которая пригодится в любом доме. Такая швабра благодаря своей конструкции поможет вам убраться даже в труднодоступных местах и обойти практически любые препятствия. Также благодаря функционалу швабры вы сможете отжимать тряпку, не снимая ее и не вымазывая руки. Удобное решение для влажной уборки в доме. Вот, пожалуй, классная штуковина, особенно для тех, кто занимается фото или видеосъемкой. Это специальная площадка, которая накручивается на штатив или монопод и позволяет вам настраивать вашу камеру еще более точно. Именно так, как вам нужно. Например, вам нужно снимать вертикальное видео или снимать распаковку на столе сверху под прямым углом. Благодаря этой площадке все это станет возможным. Для тех же, кто хочет начать свою музыкальную карьеру, завести канал на YouTube или вести трансляции на Твиче, может пригодиться данный микрофон. Он вам в этом точно поможет. Этот микрофон пишет довольно-таки качественный звук, и при этом он очень просто подключается к компьютеру при помощи USB разъема. Больше вам ничего не понадобится. И еще одним плюсом является то, что в комплекте идет настольная стойка с креплениями и поп-фильтром.
Следующая вещь, я думаю, понравится детям, особенно мальчикам. Ну и мальчикам постарше тоже. Это складной резинкострел, который в сложенном состоянии с легкостью помещается в карман. Это, если их так можно назвать, одноразовые разогреватели ног. Принцип этого чудо-разогревателя заключается в том, что его нужно распечатать, и при взаимодействии с воздухом он начинает нагреваться. Потом его нужно приклеить к носку, и где-то 2 часа ваши ноги будут в тепле. А вот интересный фитнес-трекер от фирмы Lemfa. По своему функционалу фитнес-трекера он практически ничем не отличается от других похожих моделей. Тот же подсчет шагов, сожженных калорий, пульсометр и другие функции трекера. Но вот насчет дизайна он немного великоват. Но это все потому, что он оснащен еще и Bluetooth наушниками, которые как раз и размещаются в его корпусе. Такой себе браслет с наушниками. Также, продолжая тему инновационных решений, на Али можно подыскать недорогие модели смарт-колец. Такое кольцо будет оснащено NFC-чипом, благодаря которому вы сможете разблокировать свой смартфон, запускать на нем определенные программы. Также им можно будет воспользоваться в качестве ключа к умным замкам, которые оснащены такой технологией. На самом деле применение у таких смарт-колец огромное, просто к нам еще не все технологии доехали. Ну а это надувная уточка, с которой в ванной вам точно не покупаться. Так как ее размеры очень большие, то плавать вместе с ней вы сможете только в каких-нибудь больших водоемах. А следующий товар придется по душе фанатам фирмы Xiaomi. Это оригинальная клавиатура, которая имеет интересный дизайн клавиш, а также специальную выемку для разных мобильных гаджетов. Также есть моделька попроще, но по качеству ничуть не хуже. И в комплекте с клавиатурой вам еще приходит и мышь. Они, кстати, работают от одного адаптера, что поможет вам сэкономить USB разъемы в вашем компьютере. Следом еще один товар от этой же фирмы. И глядя на него, можно сделать вывод, что фирма Xiaomi занимается не только электроникой, потому что это обычный стальной лед для охлаждения напитков. И в нем нет никаких дополнительных умных особенностей. Вот этот товар уже имеет в себе скрытые способности. Это колечко имеет в себе спрятанное лезвие, которое можно будет использовать в разных жизненных ситуациях. Например, чтобы вскрыть какую-нибудь банку или распаковать посылку с Алика. Это еще один недорогой, но классный представитель мультитулов. Этот походный инвентарь, ложка, вилка, все в одном. Я думаю, такое название характеризует его лучше всего. Ведь это небольшой мультитул содержит в себе целых 5 инструментов, которые помогут вам при приеме пищи на природе. Для тех же, кто предпочитает проводить больше времени не на природе, а за компьютером, есть тоже интересное приспособление для быстрого подключения разных устройств к компьютеру. Этот USB хаб интересен своим способом крепления. Благодаря этому механизму вы сможете закрепить его именно так, как вам нужно, и он будет крепко держаться на этом месте. Следующая вещь понравится тем, кто любит поваляться на диване или кровати и посмотреть свой любимый сериальчик. Ведь это специальное одеяло сделано так, чтобы вам было удобно и чайку попить за просмотром, и в телефоне полазить, если нужно. В общем, отличная вещь для зимних вечеров. Вот, пожалуй, неплохой органайзер для вашего рабочего стола. Органайзер примечателен тем, что помимо разных подставочек под ручки, карандаши, маркеры, электронных часов, календаря и светильника, он имеет еще и встроенный аквариум. Что не может не радовать, ведь маленькие рыбки – это хорошо. На Али, кстати, есть еще и такой аквариум для фанатов, но, увы, поняли чего. Это креативные настольные часы. Часы выполнены в виде космического пространства, по которому вращаются планеты. Также часики имеют необычный механизм показа времени. Стрелками этих чудо-часов служат шарики, которые передвигаются при помощи магнитной силы. В общем, в оригинальности этим часикам точно не откажешь.
Но ведь это еще не все. Для тех, кому нравятся подобные вещи, есть еще и наручные часы с таким же механизмом показа времени. Конечно, может показаться, что стрелочки, ну, то есть шарики, вы сразу же потеряете. Но это не так просто сделать. Магнитная сила этих часиков весьма хороша. Следующий же товар – это теннисный мячик. Ну а если быть точнее, то его увеличенная копия. Таким мячом в теннис, я думаю, вам сложно будет поиграть. А вот со своим питомцем в самый раз. Для тех, у кого есть пёсель, это просто отличная вещь. Мяч сам по себе не маленький, поэтому вашему четвероногому другу будет сложно его прокусить. Что, конечно же, является плюсом. Ну а если вы большой любитель котинек, то с этим мячиком можно поиграть и с ними. Главное, не перестарайтесь, чтобы ненароком не прибить котейку. А вот интересная штуковина. А что они делают? Да ладно, шучу. Как выяснилось, это специальный массажер, который тренирует мышцы лица, чтобы кожа была подтянутой и чтобы вы выглядели моложе. Такое вот нехитрое приспособление и может быть кому-то понадобится. Смотрите, даже Криштиану эта штуковина понравилась. Это чудо инженерской мысли под названием прозрачный двухсторонний скотч. И он обладает незаурядными способностями. Например, им можно приклеить все что угодно и куда угодно. Скотч уже давно стал практически инструментом, без которого не обходится ни один ремонт. А если вы не можете починить что-либо при помощи скотча, значит вы просто используете мало скотча. Для тех же, кто практически не расстается с электронными гаджетами, есть еще одно устройство. Это небольшой, но довольно-таки производительный ноутбук. Ноутбук имеет 7-дюймовый экран, но при этом Full HD разрешение, 8 гигов оперативной и 512 встроенной памяти, сенсорный поворачиваемый экран и процессор Intel Core M3. Получается, это маленькое классное мощное чудо, единственный минус которого – это, конечно же, его цена. Вот следующий товар, это уже игрушка для более активного времяпрепровождения. И вообще-то это складной квадрокоптер, но если честно, он больше похож на небольшую камеру с пропеллерами. Но несмотря на его топорный вид, этот селфи-дрон имеет неплохие характеристики и оснащен разного рода сенсорами и датчиками. Вещь, которая понравится любителям разного рода конструкторов и теме DIY. На Али можно заказать миниатюрную теплицу со всякими садовыми инструментами и принадлежностями. Эта теплица приходит в разобранном состоянии, а кое-какие вещи вообще нужно склеить самому. Так что помимо красивой миниатюрной теплички, вы сможете убить пару часов вашего свободного времени. Самый популярный на данный момент фитнес-трекер от фирмы Xiaomi – это Mi Band 4. Выхода этого браслета ждали, если не все, то очень многие. Потому что этот трекер получил очень много изменений от предыдущей своей версии. Это и цветной AMOLED-экран, управление музыкой на смартфоне, датчик NFS и много всего другого. В общем, браслет действительно получился хорошим, поэтому я не мог не включить его в эту подборку. А этот товар по достоинству оценят владельцы велосипедного транспорта. Это отличный противоугонный цепок, главной особенностью которого является его компактность и надежность. Этот цепок можно сложить и закрепить под сиденье велосипеда, так что он не будет вам мешать при езде. В разложенном же состоянии его длина где-то 70 см. А вот и сам транспорт, который можно пристегнуть этим замочком. Хотя, если посмотреть на размеры этого байка и на его складную конструкцию, в этом, скорее всего, не будет необходимости. Так как это чудо техники можно всегда и везде брать с собой. Ведь в сложенном состоянии он занимает совсем мало места и похож на какой-то странный возик. Это тоже классное изобретение. С помощью этого маятника вы сможете отвлечься от всего и позалипать на то, как он рисует разные узоры на песке. Также этот маятник показывает силу инерции, и скорее всего у него есть научное название. Если кто его знает, напишите в комментариях. А если не знаете, то все равно пишите, придумаем ему название сами.
Посмотрите, что я нашел на Али. Это смарт-часы от фирмы Casio, которые не уступают другим умным часам, а по некоторым функциям даже превосходят их. Например, в часах Casio есть датчик атмосферного давления, измерение высоты и еще несколько интересных особенностей. Casio – это японский качественный бренд. Ну и конечно, вместе с качеством и цена у этих часов японская. А следующий товар понравится автолюбителям, ведь они всегда хотят сделать свой автомобиль еще хоть чуточку функциональнее. Это зеркало заднего вида может им в этом помочь. Зеркало имеет встроенный видеорегистратор для записи интересных ситуаций на дороге и парктроник для оттачивания мастерства парковаться и ездить задом. А также есть и другие функции в зависимости от модели. А вот интересный светильник или ночник, кому как удобнее. Светильник выполнен в виде луны и отлично смотрится на деревянной подставке, которая идет в комплекте. Яркость свечения светильника можно регулировать, а также сам цвет можно выбрать холодный белый или теплый желтый. Даже если вам не нужен светильник, он отлично подойдет как украшение интерьера. А для любителей послушать музыку есть отличный вариант плеера. Этот плеер имеет прямоугольный форм-фактор, интересное управление и отличное качественное звучание. Основное управление производится колесиком, которое можно как вращать, так и нажимать. Звучание действительно достойно. Это отмечают многие пользователи, оценившие этот плеер. И еще один современный гаджет. Это селфи-палка 4 в одном. Помимо основной ее функции держать телефон, она имеет в себе вспышку для более хорошего качества снимков в темное время суток. Также зеркальце, чтобы снимать себя на основную камеру. И даже пауэрбанк, чтобы зарядить ваш телефон, если он уже на грани издыхания от вашей фотосессии. А следующий товар пригодится фотографам. Это специальное круговое освещение, благодаря которому получаются отличные снимки при недостаточной освещенности. А еще это освещение имеет классную особенность в виде крутого эффекта круглых бликов в глазах. А вот стальной лед. И с его помощью можно отлично охлаждать напитки. Ведь летом хочется холодненького. Главное его преимущество – это то, что он не разбавляет водой сам напиток, как это делает обычный лед. Также этот лед отлично смотрится в любом стакане и в любом напитке. А это чудо-пластилин. Такой пластилин может пригодиться для ремонта проводов, сапог. Его также можно использовать для того, чтобы обезопасить от падения разную технику. Фишка пластилина в том, что по истечении 24 часов он застывает и становится резиноподобной массой. Пластилин хорошо приклеивается практически к любой поверхности. А вот изобретение, которое точно пригодится. Ведь практически у каждого в доме было засорение сливных отверстий до такой степени, что обычный вантус с ним не справлялся. Этот пневматический вантус работает эффективней. В него можно накачать много воздуха, а потом этим воздухом дунуть засорившееся отверстие. Такой вантус может справиться даже с самым глубоким засорением. Если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть классный приз из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 500 лайков. Желаю всем успехов и пока-пока.